Приветствую вас, София. Очень похоже на то, что вы подавляете в той или иной степени свои желания, свои эмоции. Вот, очень похоже на то, что вот эти вот мысли о времени, да, о том, что, ну, что вы живете напрасно, о том, что, возможно, слишком много того, чем бы вы могли заниматься в своей жизни, является пустой тратой времени, вот. А, возможно, именно это и мешает вам жить легче. То есть вы беспокоитесь о том, насколько, насколько адекватно, насколько грамотно, я так понимаю, используете свое время, насколько грамотно вы его тратите, насколько грамотно вы его реализуете, и эти мысли вам не приносят вообще ничего хорошего, ну, в том смысле, что они вызывают у вас только лишний негатив. Вот, это, в общем-то, свидетельствует о том, что ваши желания, ваши потребности, ваша спонтанность является вытесненной, вот, по сути. И я так думаю, что в первую очередь работать нужно именно с потребностной вашей сферой для того, чтобы ну, вы разобрались бы для себя, чего вы хотите, собственно говоря. Вот. Я думаю, такой момент можно вам здесь подсказать, вот, потому как то, что вы настолько много тратить своей энергии и своих сил на попытку понять, что есть время, да, на попытку понять, что такое время и так далее, да, то есть вы пытаетесь созерцать жизнь, вы пытаетесь созерцать временный поток, говорит о том, что ваша жизнь, она ничем не наполнена, в общем-то, и вы сами, в общем-то, в этом признаетесь, когда говорите, что вот там еще один день пройдет, да, причем вы чувствуете, что этот день, он достаточно пустой для вас, достаточно бесполезный для вас, вот, и мне, в общем, кажется, что работать вам нужно в этом направлении, вот, ну, мне так видится, да, мне так кажется, что именно в этом направлении нужно вам работать, чтобы лучше понимать, что кроется за вот этой фразой «будет очередной бесполезный день», да? То есть, почему именно, вот именно бесполезный день? Почему вы считаете, что день именно бесполезным будет? Вот. И отсюда вытекает уже и следующее ваше утверждение, что вы хотите понять причину, почему, ну, как работает время. Вот. А я полагаю, что это более чем нормальная история. А я полагаю, что это более чем
адекватная мысль ваша, потому что это то, что, ну, это то, что, что вас беспокоит, это то, что вас тревожит, и, соответственно, вы не можете не обращать на это свое внимание. Вот. Но также я понимаю и то, что, в общем-то, с этим нужно работать. Вот. Понимаете? И работать в первую очередь именно над своими ощущениями, над своими чувствами, над своими переживаниями, над своими эмоциями и как вообще вы к этому пришли. То есть, ну вот как вы пришли к этому состоянию, к своему. То есть, с каких пор, да, с какого момента у вас начались подобные ощущения. Именно вот ощущения, да, именно вот вас начало это все беспокоить. Вот, я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы обратили свое внимание на это. И там уже, в принципе, было бы более понятно. Что касается времени, то время — это чисто человеческая история. Время — это чисто человеческая такая черта. Это очень субъективно все. И только человек в силу сочетания в себе, образно говоря, двух характеристик, таких как смертность и таких как интеллект, способен был вывести время. Вот. Понятие времени существует исключительно только для человека. Только для человека, да, исключительно. Больше ни для кого этого понятия не существует. То есть для животных времени не существует, для животных существуют сезоны. Вот. И для всего остального мира, если мы не берем в расчет разумные расы, ну, разумную форму жизни, гипотетически, вот, тоже не существует времени. Вот. Так что время — это исключительно субъективная история. Вот, которая нужна человеку для фиксирования. Для фиксирования, ну, для фиксирования течения своей жизни, чтобы не ощущать сенсорной депривации, чтобы не ощущать оторванность от, ну, от этой самой жизни, грубо говоря. Вот. Такой вот момент. Я надеюсь, что вам это было полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Хочу особо напомнить, что у вас состояние очень похоже на депрессивное. Если это так, то с ним нужно работать. Вот. В этом нет ничего страшного, но просто с этим нужно работать, нельзя это оставлять так, как есть. Вот, и все у вас нормализуется. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.